Друзья, всем привет! Давайте прогуляемся по мосткам над Крымской саванной, посмотрим на красоты саванны и, конечно же, полюбуемся на львов. А также, вот вы слышите, уже начались их львиные песнопения. Обязательно послушаем и посмотрим, кто же здесь заводила в этот раз. Интересно посмотреть. Что ж, друзья, двигаемся к первому вольеру. Вон сколько посетителей в парке. Ходят люди с интересом, наблюдают за происходящим. А происходит действительно здесь немало, особенно в утренние, вечерние часы, когда самая большая активность у львов. И не только в саванне, но и в вольерах. Потому что в полдень обычно они уже не столь активны, а укладываются где-то в тенечке и отдыхают. Но сейчас как раз активная фаза, так что мы с вами... Вот, друзья, львиное общежитие, и здесь рык. Вот наши братья Чип и Дейл. Томочка, конечно же, красавица. И, друзья, кто здесь запевала? Сейчас уточним с вами. Так, наши красавцы, белые братья, белая, так сказать, гвардия. Кая не хватает только выпустить им на поддержку, так сказать. Вот, в вольере у Аслана и сам Аслан. Вот так вот, друзья, такой славный рык от этого красавца. Любоваться на Аслана — это вообще одно удовольствие. Да и на всех. Чип, Дейл, два красавчика. Чук где-то по своим делам пошел. Что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно. Всем мира и добра. Пока-пока.